Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. В этом коротком видео мне хочется поговорить про сифон для нано-аквариумов. Сегодня нано-аквариумы пользуются огромной популярностью. Для маленького аквариума всегда найдется место дома и даже в офисе. А вот как в нем убираться? Вопрос остается открытым, потому что сифоны для таких аквариумов встречаются крайне редко. Но выход есть. Нам понадобится подходящего размера шприц и стандартная трубка для подачи воздуха. Возможно, приспособить трубку из-под капельницы. Такая трубка достаточно плотно одевается на кончик шприца. Вот и все, наш сифон практически готов. Я не знаю, как правильно называются вот эти ушки, и они нам в принципе не нужны. Поэтому давайте их просто отрежем, хотя одно ушко можно оставить для чистки стекла, на ваше усмотрение. Я отрезал оба. Давайте попробуем наш сифон в действии. Остатки корма убирает отлично, а это самое главное. Но, конечно, более тяжелый мусор этому сифону убрать нелегко. Но важна сама идея. Еще один момент. В таком сифоне нет груши и клапана. Поэтому, чтобы отсосать воду, используйте еще один шприц. А у меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Пока-пока.